видосику влепи, комментарий напиши и подписку жми, а в ответ привет лови. Станет нас 3 миллиона. Три лимона, желтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу. Привет, я Гэри. Я почти не снимался в роликах. Один раз в Among Us. И я снимаю свое личное видео впервые. А сегодня я покажу вам свое утро. Если хотите, чтобы моя старшая сестренка улиточка Мэри сняла 24 часа в одном цвете, ставьте лайк, пожалуйста. И пока остальные питомцы изучают с Аней свой новый огромный уличный спа-джакузи, я проснулся в своей улиточной кроватке и ползу в туалет. Если ты еще не видел новое видео о нашем бассейне, аквапарке, который мы купили, обязательно посмотри его потом на канале Magic Family. У меня даже есть улиточная туалетная бумажка. Не обижайтесь на меня, что я все делаю медленно, потому что я улитка. После того, как я сходил в туалет, я использую освежитель воздуха. Что-то я тут немножко намусорил, кажется. Но я чистоплотный, и поэтому я за собой всегда убираюсь. Сейчас приберусь в туалете и помою унитаз. Конечно же, на самом деле, обычно это все делает Аня, но я не хочу, чтобы вы думали, что я грязнуля. После того, как я утром помыл туалет, я ползу умываться. Интересно, кто-нибудь догадается, почему меня зовут Гэри? Кстати, я африканская улитка Ахатина. Мой панцирь уже 15 сантиметров. Но бывают улитки и вырастают еще больше. Это я в детстве. Когда я только попал к Ане, я был 12 миллиметров. Вот так я вырос за 2 с лишним года. Из 12 миллиметров в 12 сантиметров. Панцирь у меня большой и тяжелый, поэтому я передвигаюсь медленнее, чем в детстве. Я включаю кран, чтобы помыться. Я очень люблю душ. Но перед тем, как мыться, я должен почистить свои зубки своей новой зубной щеточкой. У меня все маленькое, даже миниатюрная зубная паста есть. Надеюсь, вы не испугаетесь. У таких улиток Ахатин, как я, целых 25 тысяч зубов. И они не в ряд, как у вас, а в виде терки. С помощью них я перетираю пищу, а не жую ее. 25 тысяч зубов не так уж быстро почистишь. Я очень люблю воду. Люблю купаться. Скажите, а вы тоже любите купаться? Я обожаю включить воду и сидеть в ванне под этим водопадом. Сначала я смываю всю грязь, потому что на мне часто много земли из моего домика и кроватки. И даже когда я помылся, мне нравится бультыхаться в капельках. Когда я сполоснулся и намочился, я беру свое мини-улиточное мылко. У меня даже есть мочалочка. Я намыливаю ее мыльцем и мою свой панцирь. Главное навести порядок после себя. После ванночки я сушусь полотенцем. Так уютненько. Посидеть в нем, погреть панцирь. Сегодня с вами я кое-что сделаю в первый раз. Так как я уже взрослый, я впервые сегодня решил попробовать побриться. Для этого я купил себе бритву и даже гель для бритья и пену для бритья. Я долго думал, с чего начать, и решил выбрать пену. Оказалось, что пена для бритья – это не очень прикольно. Ну ладно, теперь надо побриться. Я видел, как взрослые парни бреются. Но что-то я не могу понять, что надо брить. Может быть, я еще маленький, и у меня не выросли волосы. Ну, подожду. А может, у улиток не растут волосы? После душа надо освежиться, чтобы снова не завонять. Поэтому у меня есть целый запас
дезодорантов. Я люблю всем запасаться. Целых 6 баночек себе купил. Наверное, сегодня выберу вот этот. Подушусь, и тогда еще долго не вспотею. Ой, иногда я неуклюжий. А панцирь надо смазать кремом, увлажнить. Я же чистюля. Думаю, так сойдет. Готово, я умылся, почистил зубы, сделал все процедуры. И так как я люблю порядок, надо все прибрать. Если вы не знаете, у нас у улиток есть слизь. Мы же не ходим, а ползаем и скользим. Поэтому слизь остается везде, даже на полотенце. И так как я люблю порядок во всем, так меня с детства приучала мама. Я должен полотенце свое постирать. Для этого у меня есть моя маленькая улиточная стиральная машинка. Сейчас я засуну туда полотенце, и пусть оно стирается. Иначе завтра утром мне будет нечем вытираться. Включил, настроил стирку, ну все. Ой, кажется, я забыл про стиральный порошок. Может, и так постирается. Теперь пора идти завтракать. Видите, какая у меня большая улиточная семья? Это моя кухня. Я тут завтракаю за вот этим столом. Вот эта кружечка, синенькая с красным, последняя моя. Но я еще не придумал, что я буду сегодня на завтрак пить. Выберу напиток. Актимель, яблочный сок, мажитель, апельсиновый напиток, молоко, пепси или липтон-чай. Пожалуй, пусть будет мажитель. Его я буду пить из своей любимой кружечки. А еще на завтрак можно выпить кофе с молоком. Думаю, это будет очень вкусно. Обычно я еще ем фрутоняню, но кто-то погрыз мою упаковку и все съел. Теперь можно выбрать десерт. На завтрак Милку, сладкую пудру, M&M's, Snickers, а может быть мороженое или замороженную клубнику. Выбрать из этих сладостей очень сложно, учитывая, что я их купил для видео на YouTube, как и все мои запасы. У меня вот тут есть 3 целых банки сгущенного молока и даже лососевая икра. Можно поесть пельмени с кетчупом на завтрак или колбаску. Может быть, крабовые палочки или даже красную рыбку. Или вообще пиццу на завтрак. Это круто было бы. Хотели бы вы кушать каждый день на завтрак настоящую пиццу? Или оливки банку? Если бы я знал, что это все вообще такое. Потому что я такое не ем. На самом деле я люблю листья одуванчиков, всякие овощи, фрукты, мел, сушеные креветочки. Но я подумал, что я снимаю видео для людей, и мой завтрак для них должен быть понятным. А что вы кушаете на завтрак? Напишите в комментариях, чтобы я знал, чем питаются люди. Что бы выбрали вы из того, что купил я? В общем, утром после того, как я все сделал, я кушаю. Кстати, многие думают, что вот у нас улиток это усы, усики. Но это не просто рожки. И даже не глаза, ведь мы не видим. Эти рожки это нос. Вот вы нюхаете носом, а я рожками. Вы чувствуете руками и видите глазами. А я все чувствую этими рожками. И после того, как я позавтракал, я возвращаюсь в свой домик, в свою кроватку. И первым делом после моей утренней morning routine
Я иду читать книжку. Я очень люблю сказки и очень люблю читать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте, пожалуйста, мне лайк. Пишите свои комментарии. И идите смотрите новые видео на Magic Family про аквапарк для питомцев. С вами был Улитенок Гарри. Пока!